Без цифровых девайсов сегодня трудно представить нашу жизнь. А чтобы максимально задействовать все возможности интернета, важно правильно выбрать провайдера. Привет, Николай Анатольевич. Здравствуйте. Добрый день. Мы от компании Aquil. Он как к нашему первому абоненту подключившемуся сегодня в нашем новом офисе. Угу. Дарим вот такой подарок, целый месяц бонусного обслуживания. Федор Иванов – первый клиент нового офиса. Несмотря на свой возраст, убежден, что без интернета сегодня никак. В период режима ограничений только благодаря надежному провайдеру люди могли дистанционно работать, учиться и общаться с родственниками. Завтра техники с вами свяжутся, подойдут и уже произведут подключение. Большое спасибо, конечно. Я давно хотел подключить, теперь в солнечном ваш Аквилон. Я очень рад. Аквилон заботится об удобстве своих клиентов и открывает новые офисы продаж и обслуживания. Причем, увеличивая географический охват, здесь думают и о новых рабочих местах для жителей республики. Компания «Аквилон» присутствует на рынке телекоммуникационных услуг Чувашии вот уже более 10 лет. За это время мы подключили такие города, как Козловка, Марпасад, Цивильск, поселок Кугеси, Лапсары и, соответственно, естественно, город Чебоксары. Для удобства наших клиентов мы сегодня открываем офис обслуживания и продаж для жителей микрорайонов Солнечный, Ясная Поляна и Лента. На вооружении «Аквилона» самые перспективные и привлекательные предложения для клиентов. Мы оказываем услуги интернет плюс цифровое телевидение. Интернет получается у нас скорость до 100 мегабит и цифровое телевидение 140 каналов плюс 26 каналов HD качества. Сегодня вы можете воспользоваться у нас услугами акция «Приведи друга», акция «Новоселы» и акция 15% скидка. Так, при подключении в качестве приятного бонуса Юлия Петрова получила сертификат на месяц бесплатного пользования услугами. Ну, я рада, что переподключилась на Аквилон, потому что все же по рекомендации соседей это произошло. Плюс ко всему, на рынке он наиболее конкурентоспособен за счет низкой цены и как раз качества. Скачала данные в приложении Аквилон. Я могу оплачивать в данном приложении и следить за своими услугами связи. Очень удобный интерфейс в плане того, что все понятно, максимально просто. В новом офисе можно ознакомиться с информацией об услугах компании, техническими возможностями видеонаблюдения, на месте удостовериться в надежности работы сети и Wi-Fi. Новый центр обслуживания «Аквилон» находится по адресу бульвар Солнечный, дом 16.